Марафон чистоты помог навести порядок во всей Большой Анапе. Кто-то вышел на благоустройство еще до работы, кто-то пошел в обеденный перерыв, а другие запланировали закончить работу чуть раньше, чтобы выйти на уборку. Одной из локаций всероссийского субботника стал сквер имени Гудовича. Город преображается, город вычищается. У нас в сельских округах наши большие команды ТОСов, глав сельских округов отрабатывают. Наши коммунальные службы, наши службы, которые занимаются дорогами, приведением в порядок трасс, это и федеральные, и краевые, и наши местные службы, которые занимаются благоустройством. В целом и компенсационное озеленение у нас сейчас в дендрологический период идет. Нас так учили, мы с детства всегда выходили со школьниками, с родителями, с бабушками, с дедушками, для того, чтобы вместе поработав, привести территорию, прилегающую к своему дому, в порядок. И от этого на душе всегда была какая-то внутренняя радость. И вот сегодня я вижу, люди с огромным удовольствием участвуют в этом субботнике. Не потому, что их сюда кто-то заставил прийти, а просто потому, что они действительно любят наш город. В эко-акции приняли участие сотрудники различных управлений мэрии, предприятий, ТОС и другие неравнодушные анапчане. Участники субботника покрасили символ локации – лавочку сердца. Лавочки и урны, покосили газоны, убрали бросовый мусор и мелкие ветки и по традиции высадили деревья. Теперь зеленое убранство сквера украсят 10 сосен. Никита Бойко, Михаил Григорьев, Анапа регион.